Здравствуйте! В эфире программа «САС Уполномочен заявить». Я и ведущая Надежда САС приветствую вас. И напоминаю, что эта программа для тех, кто хочет лучше разбираться в происходящем и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни страны и каждого из нас. Война входит в самую опасную фазу. Поговорим об этом детально с гостями в студии сразу же после дайджеста ключевых событий мировой политики этой недели. В Рио-де-Жанейро 18-19 ноября состоялся саммит G20, который подтвердил, что этот формат превратился в главную площадку многосторонней дипломатии, где страны глобального юга выступают на равных с Западом. Власти Бразилии во главе с президентом пытались сосредоточить внимание коллег на проблемах бедности, климата и экономического развития. Однако в условиях кризисов на Ближнем Востоке и на Украине избежать геополитических обсуждений оказалось невозможно. В итоговой декларации лидеры G20 приветствовали все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Участники также подчеркнули негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, микрофинансовой стабильности, инфляции и роста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что Россия поддержала пункт декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине. Как отметил Лавров, в декларации имеется параграф по Украине, с которым российская страна согласилась, так как в нем имеется призыв к разговору о мире на реалистичных. Основаниях. Итоги саммита представляются для Москвы позитивными, заключил министр. Как сообщает агентство Bloomberg, саммит Большой Двасадки показал всему миру, что Запад больше не определяет политическую реальность. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. Среди прочего, они подозреваются в использовании голода в качестве метода ведения войны. В начале ноября Нетаньяху уволил боевого генерала Галанта с поста главы Минобороны. Наблюдатели отмечали, что у премьера возникли неопределимые противоречия с министром по поводу дальнейшего ведения операции в секторе Газа. Галанта сменил глава МИД Израиля КАС, который считается сторонником более жесткого подхода по отношению к Палестине синц Европарламент одобрил весь состав новой Европейской комиссии. Так одобрены все 26 комиссаров на следующую пятилетку. Это означает, что новый состав исполнительного органа ЕС может приступить к работе 1 декабря. Еще недавно были опасения, что процесс застопорился в тот момент, когда депутаты приступили к обсуждению шести исполнительных вице-председателей Еврокомиссии. Также еврокомиссар от Венгрии. Однако 20 ноября, видимо, после давления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европарламент утвердил всех семерых вызывавших споры функционеров. Таким образом, весь состав Еврокомиссии был утвержден относительно легко, что доказывает, что глобалистским группам в Брюсселе в новом составе представительского органа ЕС проводить свои решения так же легко, как это было и прежде. При почти трети критиков брюссельской бюрократии в избранном в июне этого года парламенте стабильное большинство остается за партиями либерально-глобалистского мейнстрима. Нынешние напряжения между Москвой и Вашингтоном нередко сравнивают с Карибским кризисом. Но в реальности ситуация еще хуже. Почему? Приведу показательную цитату знаменитого американского дипломата и политолога Збигнева джизинского Давно прошло то время, когда слову президента США доверяли во всем мире, как доверяли слову Кеннеди во времена Карибского кризиса. И действительно, мало кто доверяет слову Байдена, и точно не в Кремле. Тем более, когда риском ядерной войны нарочито пренебрегают в интересах внутренней американской политики. О том, к чему все это может привести, и пойдет речь в сегодняшней программе Приветствую в нашей студии Викторию Андреевну Федосову заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден, политолога из Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать в нашей студии Александра Шпаковского, депутата палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Постоянной комиссии по международным делам. Также к нашему эфиру, как подсказывает мне наш шеф-редактор, подключается Василий Юрьевич Фатигаров, военный журналист и политолог. Приветствую вас. Здравствуйте, Надежда. Василий Юрьевич, мы адресуем блиц вопрос каждому участнику сегодняшней дискуссии. Начну с вас. Как вы считаете, есть ли риск применения ядерного оружия в условиях нынешней напряженности, пожалуйста. А, риски применения ядерного оружия, к большому сожалению, возрастают. То есть э, исключить риски мы не можем. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что Российская Федерация занимает твердую позицию, что применение ядерного оружия в самом крайнем случае. Это значит, это значит, что мы делаем все для того, чтобы это оружие не применялось. К большому сожалению, наши бывшие партнеры, как определил недавно Василий Алексеевич Небензе в ООН, делают наоборот все для эскалации конфликта. А как мы понимаем, точка этой эскалации может стать либо мир, либо ядерная катастрофа, в которой победителей не будет. Александр Павлович, пожалуйста, вам слово. Вынужден согласиться с коллегой. Международная напряженность нарастает. Конечно, рассчитываем на лучшее. Республика Беларусь отдает приоритет политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта. Вместе с тем, не секрет, что мы изменили и Конституцию, и военную доктрину с целью размещения тактического ядерного оружия Российской Федерации на своей территории. Рассматриваем это оружие как средство сдерживания, но, к сожалению, на сегодняшний день, в первую очередь, со стороны Запада не видим значит, воли и стремления решить нынешние противоречия компромиссным путем. Поэтому готовимся к разным сценариям развития событий, скажем так. Да, Виктория, пожалуйста, вам слово. Но, на ваш взгляд, достаточно долго шли дискуссии, позволять, разрешать ли Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием. И была надежда на то, что хватит а, все-таки разума, здравого смысла представителям тех же а, государств Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции. Но ситуация складывается совершенно иначе, напряжение нарастает. А как вы считаете, неужели нет страха перед будущим? Страха нет. Как мне видится, то, о чем вы говорили, Карибский кризис, что с этим сравнивают, нет, это еще совершенно не Карибский кризис. Потому что в условиях Карибского кризиса за этой чертой не следует ничего. Это точка невозврата. И все возвращаются к рациональности. И мы видели способность Запада возвращаться к рациональности, когда это нужно. Вы говорили о том, что были обсуждения в прессе. Мы не видели официального обсуждения. Мы же слышали от Пентагона две недели назад, что это ни к чему не приведет, и мы против этого. Теперь Пентагон дает заднюю. Это не мы. Мэтью Миллер говорит то же самое, он пытается всяческими способами отвести от себя подозрения. Салливан не комментирует это, пресс-секретари, пресс-служба Белого дома это не комментирует. То есть их рациональность она в зоне ухода от ответственности находится, а нам нужно вывести это в точку, где они вынуждены будут открыто принимать решения. Что для этого можно было бы сделать? Для этого нужно было самим пойти по этой лестнице эскалации, и для этого должны страдать Подводные кабели, должны страдать спутники, я не говорю об ударах по территории. Знаете, у нас тоже есть горячие головы в России, которые на Вашингтон и прочее, давайте сразу ракетами бахнем. Нет, совершенно есть для этого реальные военно-политические, как мне видится, средства. Помимо дипломатического разговора о том, что мы применим, действительно, как Мария Захарова несколько дней назад говорила, как раз накануне того, как Хаймарсами ударили Атакамсками по территории России, что это будет четкий ответ. А этого четкого ответа пока не видится. Видится, что мы доктринально отвечаем, формализуя нашу новую ядерную доктрину. Но при этом нет военных конкретных шагов. Я сейчас не говорю о плоскости специальной военной операции, потому что для американцев Украина это расходный материал. Им вообще плевать, что мы побеждаем, не побеждаем. Это для них да репутационный ущерб, но на самом деле для них это нереальный. Вижу, вижу, нереальный. Да, вижу реакцию. А, Василий, Юрьевич, пожалуйста, да, да, вам слово. Ну, прежде всего, Виктория Андреевна, я с вами частично соглашусь, что, конечно, делать что-то надо, потому что в доктрине, вот, ну, в документе, который подписал на днях Владимир Владимирович Путин, четко сказано, готовность и решимость. Готовность мы демонстрируем учениями. Учения провели, значит, мы готовы. Технически все может полететь и туда, куда нужно. А решимость слов наши, как вы говорите, контрагенты, не понимают. Им нужны какие-то действия. А, да, возможно это и кабели, возможно это и поставки вооружения каким-то э, третьим силам, которые борются с американским режимом, вполне возможно. Но это настолько тонкая грань, потому что с одной стороны, да, ситуация не дошла до карибского кризиса, а с другой стороны, она его перешла. Карибский кризис был во время холодной войны, тогда не шли боевые действия. А сегодня, по определению нашего президента Владимира Владимировича Путина, конфликт изменил свою природу. Как сказал в сентябре Владимир Владимирович Путин, если будут удары вглубь России дальнобойными ракетами западными, это значит, конфликт поменяет свою природу, и мы будем де-факто в войне непосредственно с НАТО. Вот. И сейчас каждый наш ответ, нужно очень серьезно взвешивать. Колоссальная ответственность перед всем миром лежит сейчас на плечах нашего Верховного Главнокомандующего. И я абсолютно уверен, что в соответствии сказать, с нашими законами э, в Совете Безопасности, в Генеральном Штабе эти ответы прорабатываются. Но они должны быть, это все понимают, комплексными и очень серьезно взвешенными. Потому что с той стороны, вы меня извините, политики взбалмошные. Политики, которые уже не помнят Второй мировой войны, они уже сами себя убедили в фейковой истории, которую они создали. И э, если в 60-е годы все помнили, что такое мировая война, то сейчас относятся к этому легковесно. И многие не понимают, к чему могут привести их действия. Наши ответы должны быть ювелирными и приводящими к результату. Я думаю, что именно задержка в этом ответе и вызвано тем, что сейчас мы очень серьезно думаем, как правильно себя повести, как дать им понять действиями, что с нами так нельзя. Да, Александр Павлович, вижу ваше желание отреагировать на реплики уважаемых гостей. Хочу отметить, что действительно, если мы говорим о карибском кризисе, сложно предположить, что отсутствовал в тот момент... Диалог, который сегодня отсутствует между странами Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки, Россию всячески пытаются изолировать, предположить, что те же санкции были бы введены в то время против Хрущева либо еще подобные действия, которые не дают места диалогу. Но, это, к сожалению, а трагичность я, новой реальности. Приоткрою завесу тайны, хотя для людей, скажем так, интересующихся политическими процессами, это не секрет определенные каналы диалога сохраняются. В первую очередь, по линии специальных служб Это нужно понимать, Потому что именно там сосредоточены в наибольшей степени здравомыслящие люди, не обязательно положительно относящиеся к друг другу, но понимающие, к чему может привести ядерная эскалация планету. Поэтому контакты есть, есть контакты и у нас, есть контакты и у Российской Федерации с Западом. Вы начинали программу с цитат Бжезинского. Вот. Я бы напомнил еще, что в своих работах Бжезинский писал о геополитических акторах и геостратегических центрах. Так вот, Украину Бжезинский выделял в качестве одного из геостратегических центров современного мира, над которым, в числе прочих, Соединенные Штаты для обеспечения глобального доминирования должны сохранять контроль. Украина занимает важное место в планах США по сдерживанию Российской Федерации. Вот. И именно в таком контексте коллективно Запад рассматривает Украину, поэтому как минимум для части западных элит, по всей видимости связанных с неуконами, с определенными кругами в демократической партии, компромиссное решение украинского конфликта, либо победа Российской Федерации в Украине выглядит неприемлемой, потому что повлечет очень серьезные политические и геополитические последствия. Именно сейчас вот эта часть американских правящих кругов цепляется за хвост уходящей администрации Байдена и пытается коренным образом изменить ситуацию на территории Украины, чтобы, как выразился сын президента Трампа, пришедший к власти Трамп, уже столкнулся с новой реальностью, в которой необходимо вести войну. Это при том, что я никаких иллюзий относительно Трампа, стоящих за ним кругов республиканской партии, не испытываю. Я рассматриваю это происходящее в США как конфликт между глобалистами и американскими империалистами, вот, в которых, скажем так, для нас хрен редьки не слаще, но с точки зрения здравого смысла, мне представляется, что, конечно, окружение Трампа в большей степени договороспособно. Ну и еще один момент, да, важно его подчеркнуть, конечно, между публикациями в газете «Нью-Йорк Таймс», и реальными действиями НАТО по нанесению ударов высокоточным западным оружием по территории Российской Федерации, а президент Путин наглядно, скажем так, для людей, не имеющих военного образования, объяснил, почему это невозможно без прямого вовлечения НАТО, значит, все же находится определенное расстояние. И мы сейчас вместе с Россией, изменяя наши доктринальные документы, а в российской ядерной доктрине упоминается и Республика Беларусь, сигнализируем визави на Западе, о том, какие действия мы можем предпринять в этом случае. Это нормальная практика. Да, и вспоминали уже обновленную ядерную доктрину. Владимир Путин утвердил данный документ. Агрессия против Российской Федерации любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Следует из ядерной доктрины. Хочу обратить внимание на подготовленную графику для наших уважаемых зрителей. Пожалуйста. Из обновленной ядерной доктрины Российской Федерации расширена категория государств, военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Массированный старт в сторону Российской Федерации стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечение ими российской границы станет основанием для применения ядерного оружия. Агрессия против Беларуси как союзника России также может повлечь ядерный удар. Критическая угроза суверенитету Российской Федерации также обычным оружием будет поводом для ядерного ответа. Ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности России и инструментом поддержания баланса в мире. И министр иностранных дел Российской Федерации господин Лавров прокомментировал атаку ВСО американскими ракетами Атакамс. Я надеюсь, на Западе прочитают обновленную ядерную доктрину и прочитают внимательно. Услышим прямо сейчас прямую речь. Без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные Путин об этом многократно говорил невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров. Куда могут целиться киевские боевики после разрешения на использование Украины ракеты дальнего поражения для ударов по территории России? Давайте взглянем на карту, пожалуйста. Да, Василий Юрьевич, хочу услышать и ваш комментарий в первую очередь. И отмечу, что в четверг Россия запустила под Днепро межконтинентальную баллистическую ракету. Сбить ее не удалось, как и кинжал. И запускалась ракета из Астраханской области. На мой взгляд, это предупреждение Западу. Ракета новейшая, является носителем ядерного оружия в том числе. Сейчас, конечно, ее применили без боеголовок. Но по Лондону, я думаю, может пойти с боеголовкой, если не угомоняться, пожалуйста. Ну, по Лондону может много чего пойти. Там у нас и Посейдоны есть, неизвестно где несут боевое дежурство и э, ракеты самые разные существуют помимо этой. Да, действительно это вот то, о чем я говорил, это один из э, шагов нашего комплексного ответа. Вот мы показываем, что у нас есть такая ракета. И сейчас она прилетела, естественно, без ядерного содержания, потому что, как я и с самого начала определ... подчеркнул, что для нас применение ядерного оружия это самый крайний случай. Это на тот случай, как говорил Владимир Владимирович Путин, что если не будет мира, ну зачем нам такой мир, в котором не будет России? Враг будет применять все, что он может применять, абсолютно ориентируясь только на. Свои желания и на их реализацию. А желание у них одно: максимально ослабить, а еще лучше сказать, уничтожить Российскую Федерацию. Поэтому сегодня карта выглядит так: на самом деле она может выглядеть совершенно по-другому. Нам нужно быть готовыми к ударам везде. Вот очень хорошо на эту тему высказался мой хороший товарищ Андрей Викторович Гурулев в программе у Соловьева. На вопрос, а куда могут прилететь западные ракеты, он сказал Владимир Рудольфович, а вот сюда, вот в эту студию, он говорит: как же а АПВО, АПВО работает, самое лучшее ПВО, на 99%. Вот 99 ракет с объема, одна сюда прилетит. Поэтому мы действительно, де-факто, находимся в войне с НАТО. Это мощная организация. И мы должны быть готовы к ударам ну, в общем-то, по всей территории. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется мой уважаемый коллега из Соединенных Штатов Америки, эксперт по противодействию западной дезинформации Джон Вароли. Джон, приветствую тебя. Спасибо за приглашение. Я, я очень рад вас видеть. Джон, по-видимому, впервые в истории человечества на этой неделе Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету для поражения наземных целей в Днепре, определенно без ядерных боеголовок в качестве предупреждения не Зеленскому, а западным элитам. Ядерная война ближе, чем они думают. Вы верите, что это послание будет услышано и понято? А, нет, к сожалению, абсолютно нет. Это либеральные элиты, они хотят войну, они хотят трехмирную войну современный западный либерализм – это есть какой-то культ смерти. Это фактически, я, говорю, я говорю, что они фактически духовные наследники нацистов, немецких нацистов. А, но в чем-то отличается, понятно. но все равно главный цел, как у нацистов в ну, 40-е годы, и как сегодня у либералов, главная задача – это поставить Россию на колени, уничтожить Россию и установить полный контроль на евроазиатском пространство. НАТО за мир. Мир они понимают по-своему. Мир для них это мировое господство. Это очень важно понимать контекст. А, то, что они делают, это реально а, повод для начала войны. Но по идее, по международному, по международному закону Россия имеет права а, объявить войну против Запада. Но это просто чистый, а, факт фактически факты по закону. Россия имеет это, на это право. Но Россия, Москва поступает мудро очень э, аккуратно, потому что Россия не хочет зажечь весь мир и начинать третью мировую войну. Запад хочет. Но здесь очень интересно, что Москва понимает, что не податься на эту провокацию. Джон, широко распространено мнение, что недавние эскалации конфликта вызваны санкциями на ракетный удар по территории России. Уходящая администрация Байдена стремится помешать мирным усилиям Трампа. Что вы об этом думаете? Осталось еще два месяца. Если мы все доживем до 20 января, но как последний день Джо Байдена и либералов, тогда, тогда уже тогда самый худший будет позади. Но сам, здесь ближайшие два месяца, к сожалению, будут очень, очень да, тяжелый. Очень тяжелый, опасный, очень опасный. Пока либералы власти, сейчас все очень проще, а, очень опасно. И, не, и они будут делать все, чтобы зажигать войну либералы не собираются просто так отдавать власть консерваторам. Они будут делать все, чтобы остаться во власти. Они даже готовы взять весь мир. Спасибо огромное. С нами на связи был Джон Вароли. Продолжаем нашу дискуссию. Александр Павлович, естественно, сегодня не говорится об ударах Российской Федерации по территории других соседствующих с Украиной государств, в том числе и тех, которые являются подстрекателями нынешнего конфликта, выгодополучателями от эскалации. И для них происходящее сегодня является лишь прекрасным театральным действием, потому как они не являются пострадавшей страной. Как в дальнейшем, на ваш взгляд, будет развиваться этот конфликт? Все будет зависеть на сегодняшний день от того пути, по которому мы пойдем в оперативной перспективе. То есть это либо движение в направлении эскалации, как уже было сказано, либо значит, поиск компромиссного решения за столом мирных переговоров. Понятно, наше желание и стремление к миру вместе с тем, как сказал президент Лукашенко, безусловно являющийся президентом мира, это общеизвестно, но он сказал так, столько лет, сколько я служу президентом, столько лет мы готовимся к войне. Вот э, таким образом э, я рассматриваю эту ситуацию. И нужно отметить, что, конечно же, безрассудное поведение государств Балта-Черноморского региона, наших прибалтийских соседей, поляков, они просто-напросто не понимают, что в случае развязывания полноценной крупномасштабной войны, даже с использованием конвенциального оружия, мы не говорим пока об обмене ядерными ударами, но с использованием тех вооружений, которые есть на сегодняшний день у сторон, приведут просто к тому, что наш регион будет отброшен в развитии очень далеко. Вот эти вот политики авантюрные, они, во-первых, плохо соизмеряют свои возможности, я скажу прямо, а во-вторых, подталкивают свои народы к катастрофе. Приведу здесь всего лишь один пример. Вот один из министров обороны нынешних прибалтийских стран, мне лично знакомый с давних пор, еще до момента, скажем так, когда он сделал большую политическую карьеру, утверждал, что задача его государства является значит, максимальное ослабление России. На что я ему сказал, что вообще, наверное, задача прибалтийских стран должна быть продажа молочных продуктов в Санкт-Петербург. Вот. Он очень обиделся, но мне кажется, это справедливо и это было бы выгодно тем народом. Но, к сожалению, политические элиты, наверное, мнят себя наследниками кунигасов, а ситуация другая совершенно, и может все очень плохо закончиться. Я это без шуток говорю. Это и для Беларуси будет катастрофический сценарий. Вот, правда. Совершенно правда. Но хочу отметить, разрешение Байдена наносить удары дальнобойным оружием по территории вглубь Российской Федерации станет еще одним шагом к эскалации, заявил будущий помощник по безопасности Трампа Майк Уолтс. По его словам, ситуация на Украине начинает выходить из-под контроля, поскольку в ответ на якобы отправку военных КНДР для участия в спецоперации США снимают ограничения для ВСУ, а Южная Корея также заявляет, что может вступить в войну. Услышим прямую речь. Это еще один шаг вверх по лестнице эскалации. Никто не знает, к чему это приведет. А Виктория Андреевна, как вы считаете, приходящая команда, новая команда Трампа сможет ли вот этот день X, страшный день, все-таки немного его отдалить, потому что, я думаю, для них происходящее тоже является в чем-то шоком. У каждого, естественно, президента свои интересы, но, на мой взгляд, у Трампа была ключевая цель, которая вот можно было отследить в заявлениях, то есть на самом деле для них Китай является угрозой, и одна из целей будет вбить клин между Союзным государством и Китайской Народной Республикой, но в то же время были надежды на то, что нынешний конфликт на Украине будет выгодно завершить Трампу. Конечно, администрация Байдена с одной стороны повышает ставки и втягивает, о чем уже коллеги говорили, втягивает администрацию Трампа уже будущую в этот конфликт с другой стороны. Такие гипотезы тоже можно провести, что повышение ставок Байдена можно рассматривать как подарок Трампу даже, ведь ему нужно с какими-то завышенными переговорными позициями прийти и начать договариваться с Путиным о чем-то, как он заявлял раньше на что он нацелен. Если эти завышенные ставки будут действительно такими серьезными, он может сказать, ну давайте мы вот от этого откажемся или отзовем разрешение. То есть у Трампа с этой точки зрения больше диапазон возможностей, потому что мы не можем до конца говорить о том, что Трампа загоняют в какой-то узкий коридор. Совершенно нет, судя по тому, каких людей неадекватных зачастую персоналию он выбирает, он не особо опирается на дип и республиканцев, которые достаточно трезвые и прагматичные в своих выборах. Мы сейчас видим, как американская пресса реагирует на предложенные кандидатуры той же Тулси Габбарта или Мэтта Гетца. Это еще вопрос, кто будет в итоге назначен. Может быть, этот курс действительно перейдет в, в поле большей рациональности. И здесь тогда уже у Трампа будет и больше возможностей. Поэтому все-таки я бы ему не отказывала в, в той самой рациональности. Подготовили с коллегами короткий сюжет о реакции команды Трампа и мировых СМИ на разрешение использовать дальнобойное оружие. Внимание! Наиболее жестко на решение Байдена разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России отреагировала команда Трампа. Доверенные лица новоизбранного лидера подвергли жесткой критике план нынешнего главы США. Сын Трампа и его советник назвал намерение действующей администрации президента желанием начать Третью мировую войну. Он также обвинил нынешнюю администрацию в том, что она идет на поводу у американского ВПК, который хочет еще большей войны с Россией. Скептически настроенные эксперты, они уверены, что таким образом Джо пытается максимально ослаждать достижение договоренности в случае переговоров между будущим президентом Штатов и Кремлем. Напомню, что мирные переговоры в Украине одно из предвыборных обещаний Трампа. Сразу после победы политик дал понять, что не собирается отказываться от него. Вероятно, поэтому в его штабе так категорично отреагировали на слова Байдена. Они полностью противоречат намерениям Трампа. Подписался под мнением, что либералы любят войну, которая способствует росту масштабов и государственного управления. И миллиардер Илон Маск. Он опасается, что Россия может ответить на удары зеркально. Шаги Байдена явно наносят эскалационный характер, и до вступления в должность Трампа еще немало времени. Это основная проблема, по мнению аналитиков. Они считают, что завершить свой президентский срок Байден может на пике негатива, и способствовать этому будут именно его бездумные действия. Стремление усложнить переговоры с Москвой – камень в огород Трампа. Победители не любят, особенно когда речь идет о кресле в Белом доме. Зеленский заявил, что, цитата, «многие СМИ сообщают, что Киев получил разрешение на ответные действия. Такие вещи не анонсируют, а ракеты скажут сами за себя». Разумеется, отреагировали на происходящее в Москве. Официальное заявление Кремля и российского МИД достаточно сдержанные и в целом отсылают к сентябрьскому предупреждению Владимира Путина, что снятие запрета с ударов дальнобойным оружием в глубь территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военное противостояние и это существенным образом изменит саму его суть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что спецоперация против киевского режима переросла в конфликт между Россией и НАТО. Ну что ж, хочу обратить внимание на то, что господин Лавров назвал ответственной позицию Шольца по отказу поставлять Киеву ракеты и наносить удары по Российской Федерации, так как ранее Олаф Шольц... Заявил, что не готов поставлять Украине крылатые ракеты и выдавать разрешение использовать иное оружие германского производства для ударов по целям вглубь Российской Федерации. Об этом канцлер Германии заявил в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио де Жанейро. По его словам, поставка данных ракет по техническим их характеристикам требовала бы взятия ответственности за настройку их управления для ударов по целям Российской Федерации. Канцлер пояснил, что в данном вопросе он руководствуется принципами благоразумия. И это касается также и того оружия, которое поставляла э, Германия Украине ранее. Услышим прямую речь Шольца. У нас есть свои принципы, которых мы продолжим придерживаться. У меня есть четкие причины, почему я не считаю правильной поставку крылатых ракет «Таурус». Это за то, что я не могу и не хочу нести ответственность. Это еще один шаг вверх по лестнице эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Александр Павлович, а скажите, пожалуйста, почему тогда только господин Шольц задумывается об ответственности и пытается выстраивать свои взаимоотношения с украинскими партнерами, да и в целом с ключевыми государствами, которые участвуют в этом конфликте и вспоминает даже о таком давно забытом СЛОВе термине благоразумие? Я наблюдал за поведением канцлера Шольца и все, что он делал в направлении содействия киевскому режиму, было, скажем так, нехотя и из-под палки. Это было заметно, за что, собственно говоря, и удостоился он от украинского посла своего обидного прозвища. Да, вот. да виверная Ш колбаса. Ш Шольц, так вот это, такая, да. знаете, политическая плакса, вот, которую американцы вот крепко держали за ухо э и требовали от него совершать действия, которые противоречили его собственным убеждениям и национальным интересам Германии. В итоге они практически привели Германию к экономической стагнации, переориентировав в том числе значит, энергопотоки для промышленности ФРГ, значит, перетащив к себе целые сектора немецкой индустрии, разрушив российско-немецкие связи, которые выстраивались в последние десятилетия. Вот. А самого Шольца они привели к политическому фиаско. Вот. И, скажем так, на завершающем этапе своей карьеры, наблюдая распад правящей коалиции, уже не опасаясь наверное, какого-то воздействия со стороны уходящей администрации Байдена, Шольц начал проявлять волю, благоразумие и пытаться действовать в рамках немецких национальных интересов. И здесь даже, я скажу больше, здесь не только интересы ФРГ, здесь, наверное, общечеловеческие интересы, потому что любому политику, да, даже, наверное, школьнику старшей группы, не только политику, ориентирующемуся, скажем так, хотя бы новости читающему, понятно, что повышение вот, напряженности может привести к последствиям необратимым, которые мы уже будем не в состоянии остановить. На минувшей неделе довелось присутствовать на международном симпозиуме в Сочи. Мероприятие называлось «Брикс плюс Европа». Присутствовали и депутаты национальных парламентов стран Европейского Союза, депутаты Европарламента. Один из них, представляющий Германию, задал вопрос Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и сказал, вот вы знаете, слушая вас, э, вот словил себя на мысли, а можем ли мы все еще заслужить доверие России, мы как представители стран Европейского Союза? Ведь в разные моменты мы умышленно довели отношения до низшей точки. И вот далее следовала, естественно, прекрасная фраза, Шульцы уходят, а Россия остается. Да, Василий Юрьевич, скажите, пожалуйста, Помимо Шольца, есть ли шанс на благоразумие а, среди глав государств стран Европейского Союза? Хотя на данный момент с каждым днем и европейцам, проживающим на территории ЕС, становится понятно, кто ключевой выгодополучатель и кто пострадавшая страна, даже если мы не говорим об Украине Российской Федерации, Евросоюз в том числе верить им нельзя. А что касается того, к чему это может привести, вот есть одна тонкость. Александр Павлович сказал, что если начнется даже конвенционным оружием война, то всем будет очень плохо. А дело в том, что даже если война начнется просто конвенционным оружием, она очень быстро перейдет в стадию ядерного. В соответствии с измененной, да даже и с прежней нашей доктриной, а если России или Белоруссия и то есть и или будет э, угроза нанесения критического ущерба, то мы обязаны будем применить ядерное оружие. Мы понимаем, что такое полномасштабная война со странами НАТО. Мы здраво оцениваем их военный потенциал, мы понимаем их мобилизационный потенциал и так далее. И если мы вступаем в полномасштабную войну с НАТО, то давайте говорить правду. Это война ядерная, в которой победителей не будет. Александр Павлович, а неужели те сигналы те знаки, которые подает Российская Федерация, не являются холодным душем для горячих голов. Неужели выгодно мир в труху, да, вот как сегодня часто можно встретить? Вы знаете, какой вот ответ на ваш вопрос. Я сам над этим думал много. И контакты те, которые есть с представителем таких лагеря западных ястребов, указывают на то, что очень инфантильные оценки существующего положения дел, которые находятся в проекции «верю-не верю». Знаете, как вот девочка ромашку берет и там любит-не любит. Вот они не верят в то, что Россия способна на ядерный ответ. Я это слышал э, своими ушами. Путин блефует. Они не ответят. На вопрос, что вы будете делать, если они все-таки ответят, ну, какого-то внятного и логического объяснения э, наши не дают. Поэтому, понимаете, это вот напоминает поведение людей, которые, детей, которые желают разжечь костер в квартире в жилом понимают, доме да. Да, и рассчитывают на, на то, что шашлыка да, не, не понимаю, пожарят, а дом каким-то образом да. не сгорит. Ну, вот потому что так. Да, Виктория Андреевна, пожалуйста. Да, у меня много мыслей было по поводу сказанного, то, что Трамп, может быть, призовет к миру. У него на самом деле цели такой нет. Он, если договорится хорошо и как это, на колени поставит окончательно уже европейцев, чтобы они сами платили, сами воевали и сняли эту гирю в виде Украины с американских плеч, он будет рад. Он себе запишет это в актив для своих избирателей, которым скажет, да, я хотел от Украины избавиться, я вот таким образом избавился. Теперь, что европейцы будут делать, и почему Шольц так упирается, действительно, каденция завершается, после него придут либо Писториус из его же партии, который никакой миротворческой и миролюбивой риторикой не отличается, либо, более вероятно, Мерц из ХДС, и они сформируют абсолютно конгруентную большую коалицию СДПГ и ХСС, ХДС, которая будет воинственно настроена к России. И что касается вообще оценки со стороны Запада этих рисков, о чем было сказано справедливо, что они считают, что мы блефуем, почему, наверное, внутренне это сформировалось ощущение? Я тоже задумывалась об этом, потому что мы говорим всегда, что Запад оторвался от реальности, это Запад о реальности не думает. А давайте предположим, что все наоборот. Что это мы оторвались от реальности, что мы говорили, если ядерная война, то только тотальная, только абсолютная, и только с применением вот всеми ракетами, жахнем так жахнем. Это до сих пор остается нашим инструментом э, убеждения, действительно попыткой запугать. Но это суждение из поля чего-то нереального, моделируемой идеальной ситуации, идеальной ядерной войны на тотальное уничтожение. Мао бы с этим бы не согласился, он бы сказал, нет, будет частично, и мы построим коммунизм. Запад тоже так не видит ситуацию. Он видит тактическое ядерное оружие. Они считают, что это реальные сценарии, более приближенные к земле. И когда мы говорим устами нашего президента о том, что оперативно тактические ядерные базиряды имеют там мощность 70, а в Хиросиме и Нагасаки они там в 3-4 раза меньше были, это уже тоже возвращение на поле их языка, когда мы начинаем им показывать в реальных цифрах, сопоставляя мощности. А чем мы еще можем отвечать, чем мы можем еще оперировать? Поэтому, подводя итог, вот эта оценка реального и нереального в ядерном противостоянии она еще требует от нас четких тезисов и возвращения к конкретным цифрам может быть, конкретному урону, может быть, созданию даже информационно-пропагандистских материалов, которыми мы не заходим, я напомню, на западную аудиторию, которая блокируется, защищается это информационное пространство. Нам нужно более усиленно пугать, в том числе и население западных стран. Ну, кстати, Александр Павлович, я думаю, вы согласитесь, что вот эта истерия, продуцируемая странами, соседствующими с Республикой Беларусь, она закончилась в тот момент, когда на территорию Республики Беларусь вернулись вернулось определенное оружие ну по крайней мере такого потока заявлений о готовности развязать войну с нами захватить нашу страну за три дня мы не видим но хотя время от времени проскальзывают вот, довольно провокационное Скажем так, смыслы со стороны представителей политико-формирующих кругов соседних государств, но в большей степени это все же гражданские политики, такие как депутаты Верховной Рады Дунда, да, который по непонятным для меня причинам не показывает боевое мастерство на фронте в деле защиты Украины. У них же там броню всех депутатов да, Верховной Рады. Вот, личным примером не показывает, а намеревается захватить нашу страну. Но, конечно же, на серьезном уровне, и мы об этом хорошо знаем, этот фактор учитывается и, естественно, даже так трактуется, что фактически своим решением Беларусь и Россия во многом перечеркнули многомиллиардную программу перевооружения Польской армии. Это был асимметричный ответ с нашей стороны, поскольку у нас нет возможности расходовать 4,5% ВВП на оборону, значит у нас нет доступа к таким безграничным кредитным ресурсам. 40 миллиардов долларов евро на сегодняшний день ⁇ польский военный бюджет. Но мы в эту гонку вооружений втягиваться не станем. Но у нас есть средства сдерживания благодаря Союзу с одной из мировых сверхдержав. Вот мы на это и рассчитываем. Напоминаю, в эфире программа Сас уполномочен заявить, война вступает в самую опасную фазу, но тем ценны здравые голоса. И хотелось бы обратить на них внимание. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил позицию Италии в отношении оружия, поставляемого в Украину. Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась. Оно может быть использовано только на украинской территории. Заявил министр в куларах встречи глав дипломатии ЕС в Брюсселе. И заявил, что выступает за мирную конференцию с участием русских, китайцев, индийцев и бразильцев. Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы заставить... Москву понять, что эту бессмысленную войну необходимо прекратить. Но мне кажется, в данном случае не Москву нужно заставлять понимать, что войну эту стоит прекратить. Виктория Андреевна, да, вот снова таки вам вопрос задам про Пекин и про желание а, того же господина Си принять участие с позиции миротворческой в данном конфликте, потому как такие инициативы уже были, но, к сожалению, отвергнуты сторонами. Вот к примеру, украинской стороной. Есть ли возможность сегодня оказать влияние на происходящую новую очередную истерию, либо же никто из сторон не хочет ни о каком мире говорить. То есть для России исключительно капитуляция может быть Украины фактом завершения нынешнего конфликта. Давайте начнем с того, что Китай, Бразилия предлагали свои планы по мирному урегулированию. Делали они это не как такие люди, алчущие страны, субъекты, а алчущие мира во всем мире. Они из этого получали конкретные политические очки. Они такие сильные игроки региональные. Они проецируют свое влияние в дипломатическом поле. И на площадке ООН, в том числе и на площадке G20, и на площадках БРИКС. Это все понятно. Это в сторону откладываем. У России были заявлены четко цели специальной военной операции интересы, которые не связаны конкретно с Украиной, которые связаны со стратегической стабильностью и на европейском континенте, и в глобальном масштабе. Да, у американцев есть свои запросы на отношения с Китаем. Они сами к нам обращались уже, насколько я помню, не так давно возобновление СНВ. Их беспокоит вопрос вообще стратегических наступательных вооружений, но мы-то не готовы отдельно вырезать этот кусочек торта и его с ними съесть. Нам нужно все вместе комплексную безопасность обсуждать, поэтому китайские инициативы понятны. Может быть, в целом стабилизация Европы для Китая была бы снова выгодна. Что касается Бразилии, мы видели сейчас саммит G20. Бразилия действительно говорит свое слово, пытается. И то, что президент Лула подписал итоговое коммунике, даже не дожидаясь лидеров западных стран, это тоже о многом говорит. Ну и хочу, конечно же, дать возможность услышать прямую речь господина Си Цзиньпина. На саммите G20 говорил лидер Китайской Народной Республики о взаимном уважении. Пожалуйста. Построение справедливого мира требует от G20 соблюдения принципов взаимного уважения, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды, а также поддержки стран глобального юга в достижении большого развития. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами во имя создания равноправного и упорядоченного многополярного мира и всеобщей выгодной и инклюзивной экономической глобализации. Отмечу заявление господина Сиярта. Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе. Такой комментарий оставил министр иностранных дел Венгрии. Но на самом-то деле, Александр Павлович, прекрасные взаимоотношения со многими европейскими государствами, несмотря на общую позицию Европейского Союза, сохраняется у Республики Беларусь. И вот хочу с вами обсудить крайне важную тему, которая вот только во время записи нашей программы появилась в СМИ. Возможно, вы Обладайте больше информацией. Появилась новость. Спецслужбам Беларуси стали известны планы подготовки вооруженного вторжения в страну, потому как мы с вами только обсуждали, перед какими угрозами стоит Республика Беларусь. Особенно не забываем, что 26 января состоятся президентские выборы и аппетитов раскачать ситуацию изнутри у, опять же, у беглых представителей оппозиции и у тех, кто их спонсирует. Вторжение намерены совершить находящиеся за рубежом представители оппозиции при поддержке Запада в КГБ выяснили. Тренируют боевиков на Украине, в Литве, а еще в Польше. Там готовят террористические ячейки при поддержке местного спецназа. И есть информация, что захватить планируют четыре территории, три района Брестской области и выступ на стыке границ Беларуси, Польши, Украины. Цель сначала взять небольшие населенные пункты, посеять хаос, а затем проникнуть в областные центры. Да, пожалуйста. Уже с конца 2020 года, когда стал понятен провал сценария цветной революции в Беларуси при помощи протестной улицы. Значит, за рубежом были созданы эмигрантские центры белорусских экстремистов, которые патронируются, находятся под плотным оперативным контролем иностранных спецслужб, и они приступили к планированию военных провокаций против нашей страны. Значит, под эгир, эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины действует так называемый Белорусский добровольческий корпус. Там разные названия подразделения, которые в него входят. Террор, полк Калиновского они периодически мигрируют из одной структуры в другую. Тем не менее, общая численность несколько сот человек. Значит, под эгидой польских спецслужб создано так называемое «посполитое рушение», и его боевое крыло под названием Харугви. В Варшаве значит, местной городской мэрией, причем довольно давно, более 15 лет назад, значит, белорусским радикалам было предоставлено помещение в центре города, которое называется Белорусский дом. На сегодняшний день там создан рекрутинговый центр для вербовки наемников, которые впоследствии получают боевой опыт на территории Украины. Однако основная задача заброска в будущем в Республику Беларусь. В Литве создано бандформирование под названием «Литвины». Несколько десятков человек патронируются местным департаментом государственной безопасности. Мы всех этих людей знаем, значит, поименно они установлены, их преступная деятельность задокументирована, значит, данные структуры признаны на территории Республики Беларусь террористическими организациями. Конечно, если западные, значит, наши недоброжелатели нажмут на курок, дадут команду ФАС вот этим своим бандитам, которых они там собрали, это будет для нас неприятно и для нашего общества, которое с 1944 года развивается в режиме мирного времени, будет своего рода социальным шоком. Тем не менее, нужно понимать, что несколько сотен отморозков не смогут противостоять государственной машине, обладающей вооруженными силами, правоохранительными структурами, спецслужбами. Как сказал мой добрый знакомый, командующий внутренних войск, генерал-майор Корпенков, мы их просто уничтожим. Это, в этом не должно быть никаких сомнений. Конечно, для нас это будет, повторюсь, крайне неприятно. Для страны, в национальном гимне которой зафиксирована доктринальная мысль «Мы, белорусы, мирные люди», это будет неприятно. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Здесь напомню слова председателя комитета госбезопасности Ивана Станиславовича Тертеля, который он сказал в феврале 2021 года. И вот нынешние операции КГБ подтверждают справедливость этих слов. Было сказано так, что наши предки значит, наши отцы и деды находили фашистских пособников даже через десятилетия, невзирая на то, где бы они ни находились. И мы продолжим эту линию, никогда от нее не откажемся. Вот так мы рассматриваем эту ситуацию. Да, Василий Юрьевич, вижу ваше желание отреагировать. Близимся к завершению программы. Да, так, пожалуйста. Дело в том, что, конечно же, несколько сотен этих отморозков, и пусть даже их там будет тысячи и чуть больше, не представляют никакой опасности реальной. Для, сказать, Белоруссии, безусловно. Опасность здесь заключается в том, что при активной поддержке Польши, которая вообще часть Беларуси считает своей территорией в наглую совершенно, вот, и других стран НАТО, а эти вот отморозки, фашисты и негодяи зайдут только формально. На самом деле зайдут кадровые подразделения НАТО. И это будет одна из частей вот этой операции мощной, которая по плану Запада должно перерасти в полномасштабную войну с Россией и Россию уничтожить. Но при этом, как до этого очень правильно говорили, они инфантильно полагают, что мы почему-то им позволим это сделать и не применим ядерное оружие. Именно поэтому в нашей доктрине указано, что безопасность под защитой не только Российской Федерации, но и нашего ближайшего союзника и друга Республики Беларусь. Благодарю вас, Василий Юрьевич, за участие в программе и, конечно же, рассчитываю вскоре увидеть вас в нашей студии. Ну и в завершении программы хочу обратить внимание на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фица, который назвал удары оружием США по глубине Российской Федерации безответственным решением. Он подчеркнул, что Словакия, соседствующая с Украиной, заинтересована в скорейшем достижении мира и считает, что использование дальнобойного оружия не изменится. Отношение сил в конфликтной зоне предлагаю услышать прямую речь прямо сейчас. Как премьер-министр Словацкой Республики, я выражаю свое резкое несогласие с решением президента США Джо Байдена заявить об использовании американских ракет дальнего радиуса действия по целям на территории Российской Федерации с явной целью полностью сорвать или затянуть мирные переговоры. Удивительно, с какой быстротой некоторые страны Европейского союза приветствовали воинственный шаг Соединенных Штатов. Это лишь подтверждение того, что ЕС не в состоянии самостоятельно сформулировать фундаментальную внешнеполитическую позицию и что Запад хочет продолжения войны на Украине любой ценой. Да, Виктория, пожалуйста, мы движемся к завершению нашей программы, поэтому предоставляю возможность финального слова нашим уважаемым участникам студии. Ну, хотелось бы сказать, что выстоит и Беларусь, и Россия. Благодаря консолидации, не только тому, что государственная машина действительно закатает всех, кто попытается нарушить государственную целостность, но и действительно внутреннее понимание людей, жителей, того, какие цели стоят перед руководством стран, устойчивости на самом деле, кто стоит на самом деле на страже мира и на Европейском континенте, и в мире, и на нашем маленьком земном шарике в целом. Да, спасибо огромное, Виктория. Александр Павлович. Впереди 25 лет союзного договора России и Беларуси я полностью поддержу посыл коллеги о том, что благодаря консолидации наших правящих кругов, наших военных и наших народов, мы можем многое сделать для того, чтобы выстоять в эту сложную годину вот, и прийти все же к миропорядку справедливому, который еще предстоит определить правила. Но однозначно планета устала от американской удавки. Это заметно в разных регионах. Но вот дыхание свободы, прошу прощения за такую патетику, чувствуется. Потрудимся и будет урожай, как говорят китайцы. Все у нас будет хорошо, если мы будем уверены в своих силах, если мы продолжим укреплять наши союзнические отношения словом и делом. Невероятно благодарна всем участникам сегодняшней дискуссии. В таких обстоятельствах радуешься самому ее факту, особенно когда в ход идут межконтинентальные баллистические ракеты, пусть и в неядерном оснащении. И потому в завершении приведу цитату Роберта Макнамара, бывшего министром обороны США в период Карибского кризиса. Разум и рациональность не спасут нас. В конечном счете, при разрешении карибского кризиса нам просто повезло. Ядерную войну предотвратил счастливый случай. А ведь все были рациональны. Кеннеди, Хрущев, Кастро. Рациональные индивиды привели мир к краю пропасти. Это возможно и сегодня. Спасибо. Это была программа ⁇ Сасса полномочен заявить ⁇ Увидимся через неделю. Деструктивные силы на Западе пытаются сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине.